Идем на рынок. Полные задоры и огня. Это вот столько желающих посетить рынок. Встать негде. Метров за 200, за 300 только можно встать. Ну, из-за этого такая вот пробка. Вот рынок. Ну что, по оливкам? Да, мне надо черненький купить, маслины. Закидай. Маслины, да? Ну, давай. Я их очень люблю. Они ничего не стоят там? Вот здесь вот это фасоль, они дешевые, да? Да, да. Будешь смотреть? Дешевенькие есть, 2 евро. Мы пошли, найдем. Ты по помидорам, да? Ну, цены. 2 евро перцы. Слушай, какая дорогая клубника. 7 евро килограмм. Мы вчера взяли за 2,8. Да, клубника дорогая. Собаки. Тоже посетители. По сколько они? 2 евро мандарины. А, 0,7. А это? А это 0,75 килограмм. Нам надо будет взять, но мне кажется, это кислота. Ну, по это, смотри, мандарины неплохие, по 2 евро. Кило по 2 евро. Кило, сеньора, сеньора. По евро? Мандарины? Да. Ну, мандарин есть у нас, по-моему, да, пока? А, мандарин много. Барахло. Местное барахло. Все, кто-то все по 10 евро, да? У нас мы вчера много взяли, но они у нас стремительно заканчиваются, мы на соль. О, кстати, клубник по 3, по 4 евро. По 4, ну это, конечно, вчера 3,50 была самая дорогая. Черешня что-то по 16 евро, что дороговато. Где хурма? Ну, по 3,50? Смотри, вот курки хорошо поедут. Ну да. Вчера я брала по 0. На веточке. Хамон. Ну, хамон у нас есть, по-моему. Курица жареная, 9 евро. Чуть подорожало. С картошкой. Я не помню, сколько она стоила, но она стоила дешевле. Она не стоила. 7,8 она, по-моему, стоила. Но чуть подорожало, да. 7-8 евро. Половинка все равно, по-моему, стоила 4,5. Что-то не помню. Не, ну... Да, то есть вот подешевле тот, который вчера. А, вот смотри. Вот это наш старый знакомый фрутерия, который тетка. Помнишь, что это тут? 3 килограмма за 2 евро, мы вчера 5 килограмм за 2 евро. Ну, в принципе, вот смотри, 5 килограмм. Ну вот, вот 5 килограмм 3 евро, вот они и есть. Оля, молодец. Сразу возьмем или на обратном пути? Давай на обратном. На обратном пути лучше возьмем. Слушай, у него клубника подешевле в 6 евро. Ну, мы вчера 2,8 взяли. Не, ну это клубника же отборная, смотри. Да. У нее нету этих, как они называются, как это, хурма? Хурмы? Да. Оля, 2 евро. Амига, 6 евро с бокс. О, кстати, а вот смотри, дешевый у него. А, это кило четверть грамм, то есть у них получается 3, 12 евро. 12 евро. Что, черешня сейчас дорогая? Вот вот здесь у этих брали всегда мясо, что-то продавцы поменяли. Здесь ребята по-русски говорили. Испанский. Не, нам по-испански, да. Они учили русский.
Правда, это безуспешно было, но пытались. А, вон наша подруга. Да, все здесь. Ну, иди, возьми черненькие. Давай, сейчас. Ола! Да, ола! Здравствуйте. Здравствуйте. Ола, ну давай что-нибудь. Перчики такие вот мягеньким сыром. Вон, а почем они? А я не знаю. Ну давай. Так, идите, пробуйте это. Я не хочу что-то. Так, все, начинается кормежка. Хотите, а едите. Тут никого не спрашивают, хочешь уже тебе в рот кладут. Ну давай, бери что-нибудь там. Я только одну мою. Оливки. Хорошие. Тетушка, очень голодна. Миш, бери оливки. Да я не хочу, я снимаю. У меня руки сейчас замажут с камеры. Ну, я смотри. Вот такие хочу. Вот это что-то у них. Ассортимент. Нет, подошло, он увеличился. Что-то. Да. Местные разборки. Да. Вот эти, давай мне чуть-чуть возьмем вот эти вот перчики с мягким сыром. И черненькие. И черный давай тоже. Тогда нет. Сори. Вам возьми. Велено передать, папа. Ну вот, возьми. Я сказал, я заснимаю. Лен, я не буду мазаться. Как это ты не будешь мазаться? Тебя кормят? Дегустация. La tuna in Spagna per la insalata de tomate, fantastica. Alioli. Vamos a las olivas, venga. Ну все, давайте помогать. Нет, давай, покупай и пошли. Это невозможно, сейчас тебе. Покупай, пошли. И ahora tomate. Попробовать тебе томатом твоем. Да, buenas. Sí, más cosas. Esto por aquí. Super. Килограмма, может, мы возьмите возьмем вот. За 5 килограмм, смотри, 5. Пекенья? Пекенья. И вон эти надо взять, апельсинчики. El kaki 2 kilos 5 euros. 2 kilos 5 euros de kaki. No. 2 килограмма 15 евро. 5 евро. А, синка 5, да. Давай, 5 kilos? Vale. Синка. A ver, Fari, a ver, ahí, Esto. Sale muy buena las mandarinas, 2 kilos 3 euros. Мне тоже хорошо. Мандарины хорошие, да? Bueno, Давай попробуем. Фари, Миша, у тебя денежки есть, да? 1,80 al kilo. Vale, vamos a ello. Unos de asas, exacto. Más cosas. Something else? Finito? Finito, vamos para allá. На. 13,90. И 90. Так, ну, Палыш, покажи, что купили, Владюш.
апельсины, клубника. Апельсины, папайя, клубника. Апельсины, папайя. Сколько? И сколько заплатили? Мы заплатили 13,90. 13,90 евро. Ну ладно, пойдем. 13,90. Папайя, наверное, там, потому что 5 евро. Так, Минь, как у тебя? Да, очередь за курицей. Ну, это хороший завтрак. Хороший завтрак, обед. Да, и ладно, ужин в одном флаконе. Курицу пожарить флаконе не можешь, мне интересно. Я, например, могу пожарить курицу. Так, мясо мы вчера купили. По деньгам, кстати, будет такая же, как вот самим, если жарить. В этом все дело. По деньгам? Почему? Ну да, ну потому что у них сейчас что-то курица очень сильно подорожала, курица. А сколько курица сейчас стоит? Ты знаешь, она стоит 7 евро, у них вот курица вот прям готовая. Я видела в Меркадоне, 7 евро, она готовая. Ну то есть, блин, ее еще готовить надо, здесь она реально готовая у тебя. Ну да. Подожди, дай я гляну, мне надо что-нибудь глянуть. А вот смотрите, ну сливы, нафиг они нужны? Сируэлос, сируэлос, желаете? Тут что-то черешня дорогая. Цветы имеют место. Где мама? И как всегда на выходе лотерея. Лотерея — это здесь национальный вид спорта. Так, выходим, надо. Так, Владюшка, это что мы купили, да? Мама и Данила. Не купила я каки. Оно же курма, потому что нет. Ладно, все, пошли.